Привет, привет, дорогие друзья! Ну что, добро пожаловать в праздник! Мы находимся на самой известной выставке по мишкам Тедди. Мы уже разместились. Вот они, ребята. Участвуем в конкурсе, называется «Творческий конкурс мишки Тедди и его друзья». Давайте познакомимся с нашими экспонатами. Так как мы очень крупные, мы разместились вот здесь, вот в самом начале стенда. Дальше идут мишки Тедди, как классические, так и натюр. Меня, конечно же, покорили вот эти игуаны. Мастер Зеленкова Татьяна, браво, очень самобытная работа. Вот эта работа называется, насколько понимаю, автостоп. То есть это он стоит, голосует на краю дороги, вот такой вот с чемоданом, с гитарой. Дальше наши конкурсанты. Здесь также представлены даже вот такие миниатюры. Попугай, ну, практически живой, даже клюв у него блестит. Очень тонкая, очень детальная работа. А здесь у нас также представлены различные звери, и бегемоты, и медведи, и петухи, и зайцы, и вот такой вот леопард. Вот так вальяжно разместился. Ну, а здесь у нас вот такие милые ребята отдыхают на подушке. Ну что, выставка в самом разгаре. Приходите, наслаждайтесь. Потрясающая атмосфера на выставке. Вот так здесь у нас атмосферно. Здесь у нас продаются очень-очень красивые такие разнообразные ватные игрушки. Помните наших Дед Морозов из детства? Вот они. Как радостно, что сейчас это направление живет, пользуется большой-большой популярностью. Здесь вся елка вот в таких удивительных, уникальных авторских игрушках. Ну что, мы отправляемся гулять по выставке. Шопинг сейчас устроим. Ну что, пойдем всех пугать. Очень праздничная атмосфера. Абсолютно разные мастера. Абсолютно разные мишки. Мы ведем прямой репортаж. Здесь вот такие вот ребята, как настоящие. Привет! Привет! Давайте знакомиться! Давайте знакомиться! Привет! Привет! Так, нам уже сосватали девочку. Как девочку зовут? Отдадите замуж? Ну, она мала для вас. Мала? Хорошо, пойдем искать дальше. Хорошо, пойдем искать дальше невесту. Так, здесь у нас малыши лисята. Здесь у нас тоже волк? Тоже волк, да? А мы к вам знакомиться. Ищем невесту. Нету невесты? Нету? Ладно, пойдем дальше. Привет, друзья! Ну что, сегодня у нас третий день выставки. Мы продолжаем наше путешествие по выставке с Диего, продолжаем поиски его невесты. Так и не нашли волчицу. Ну, сейчас посмотрим, может быть, кого встретим. Пойдем. Здесь у нас вот такие замечательные мишки. Ищем невесту. У вас нет невесты? Нет. Нету невесты волчицы? У вас тоже нет невесты волчицы? А я не сойду за невесту. За невесту? Диего? Диего? Он, могу сказать. Он насторожился. Вы не боитесь? Слушайте, а что у него в лапах? Скелет? Да, он полностью под зубы. Да, да, да. Да, 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 да. Да, можно попробовать. Вообще, ее шкура не продажная, но... Такой сгибается. А сколько он весит? Килограмма 2, наверное, да? 2-3, да, где-то так. Ладно, пойдем искать дальше. Давайте. И оставляйте невесту. Ищем невесту, волчицу. Нет, нету? Нет. Нету невесты, все, продолжаем поиск. Ищем невесту, ищем волчицу.
здесь у нас потрясающая коллекция, созданная по мотивам фильма «Игры престолов». Мастер замечательный Яна Харламова. Вот такая вот удивительная, сказочная коллекция игрушек ждет вас на выставке Hello Teddy. Приходите. Сегодня последний день работы выставки. Спасибо. Ну, прекрасно. Спасибо. Вышел один из этот мурал, и его забрала Нина. Неожиданно, так интересно. Но мы продолжаем поиски. Пойдемте смотреть дальше друзей. Наверное, вы снова к вам. Невесту вы так и не нашли. Пришли тогда, наверное, за сыном. Здесь у нас также представлены реалистичные игрушки. Мастер Soul Dolls. Как зовут? Ольга Синицына. Мастера зовут Ольга Синицына. Тоже художник, работает в стиле натюр. Вот. Вот пока единственный волчонок, которого мы нашли на выставке. А маму так и продолжаем мы искать. Не можем найти волчицу. Никак. Все, мы продолжаем поиски. Пойдемте дальше. Привет! Смотри, какой. Классный? Поглай. Не бойтесь. Ручной. Нет, он добрый, Нет, можно гладить, он добрый, не кусается. Они все псовые, похожи, да. Да. Ну что, мы продолжаем поиски невесты для Диего. Сына нашли уже, сейчас ищем невесту, сватаю до сих пор. Третий день все сватаю. Ищем невесту. Третий день на выставке, ищем невесту. У вас нет волчицы случайно? Только щенок-волка. Ну что, я рада вам представить, мы нашли второго ребенка. Волчицу так и не нашли. Нету, да? А, да. Ну, продолжим поиски. Как вас зовут? Наталья. А вас? Меня зовут Ирина. Очень приятно. А в Инстаграм вы Татьяна... Танталия. Танталия, да. Хорошо. Все, значит, у нас уже два ребенка. Пойдемте искать дальше. Вот дети дошли, а вот невеста... Невесты нет. Здесь тоже нет невесты, да? Даже маленькой нет невесты. Ну что ж такое, Диего? Ну, одинокий парень до сих пор. Команда, смотри, красавцы. Вот ты. Можно. Сейчас. Тоже нет. Так уедет домой холостой парень. Нету волчицы? Здесь у нас лесные жители. Волчицы ищем. Третий день ищем. А, мальчик. Двух детей нашли, волчицу не можем найти. Ну что? Пойдем дальше искать.